дома были построены, я так понимаю, несколько лет назад. Да, люди живут, замерзают и, в общем, признаются, что жить так нельзя. Все, вот видите, вот упирается вот. И вот так ходит ходуном, видите? Как? И как его закрыть? А как закрыть? Ну вот берешь как-нибудь, вот так. Вот так силой, да? Все вывалится, дверка ходит ходуном. Вот она дверка. Еще 2 года он простоит, он рухнет. Потолок у нас вот. Ну это что смеяться? Зимой вот эта квартира сейчас не будет отапливаться, я буду вообще замерзать. Вот как они нам наделали. Ровнейшие вот, стены. Вот смотри, смотри. Вот так строят дома для детей-сирот в Каратузе. Полы ледяные, вода замерзает. Мы каждое утро зимой встаем, то он идет отогревать, то я бегу отогревать. Вот как вот так. Получается, вся дверь светится у нас. Видите, как она? И вот зимой она получается, вот получается, ее вот так вот отогибает. И вот у нас здесь полностью получается, он у меня здесь вот, видите, шуруп, скрученное одеяло висит. Ой, ё-моё. И вот у нас все двери, вот здесь вот такая вот щель. Ого. И здесь то же самое, мы забили. Там тоже забивать будет. Смотрите, и через вот эту щель мы видим крышу. Да, да, вон она. Насквозь.